Всем привет, привет! Экстренное включение. Родник Сабантуй. Мы находимся сейчас в Черемшане, тут граница как раз вот. Здесь у них вот на границе вот такой вот, точнее в самом Черемшане вот такой вот родничок. Так все выполнено качественно. Молодцы ребята, малозем. Вода есть, нету? Тут вон как все набирается. Давай сполоснем, что ли, Вадим? Чистая вода. Что будем набирать? Набирать? Такие вот мишки. И туда куда-то уходит по течению. Черемшан, скорее всего. Вот такая вот красота. Неописуемая. Мы сейчас едем в магазин за двигателем на мотоблок. Все, поехали? Поехали. Так, ну что, народ, можете поздравить. Один двигатель кончили. Теперь приобрели второй. Тоже взяли Лифановский. 168 F. А, здесь вот F2. Ну, это не какие-то подразделения. Он у нас получается на 6,5 литров. Пока открывать ничего не буду. Вот, грязь взяли. Вот здесь в Черемшане ничего хорошо, у них... Блин, все дешево. Вот этот фильтр стоит 150 рублей. Просто обалдеть. И масло взяли Лифановское сразу. На замену. То есть это на обкатку, это на замену потом. Ну все, ждем следующее включение. Батя теперь, наверное, будет доволен. Деньги были заработаны с помощью сдачи металлолома. Ремонт делали и сдали вчера на 11 тысяч, по-моему. А двигатель 7500. Думал 6500. Есть там разница, конечно, у них там варяговские всякие разные. Но, как продавец говорит, уже качество немножко другое. Посмотрим.